Так, это Акшинский район, отворотное село Докечи. Вот. Значит, года два или даже три назад тут был бурелом, вот повалил вот эти-то поля, вот мы видим. Они валялись, и вот наконец-то в этом году их распилили, вот эти два. Третий тополь не тронули. Вот он лежит, и он настолько хочет жить, что он даже поваленный, он вот не высох, а листья зеленые, хотя, говорю, два или даже три года прошло. Из тех пор вот корни торчат его. Какими-то корнями он зацепился за землю, вот, и живет тополь. Вот такой лежачий тополь. Вот посмотрите внимательно. Это я к чему? Это я к тому, что какие-то мудаки в Чите сверлят эти самые тополя, деревья. Это рекламщики. И заливают туда гадости, чтобы они высыхали, умирали, чтобы их конструкции были издалека видны. Сволочи они. А тополь, вот, это какая сила воли, какая жажда жизни. Посмотрите, вот он лежит, я повторю, два или три года прошло. Вот он лежит, и он не хочет умирать. Он, листья зеленые, он живой. Вот, пусть он будет жить долго. А тем, кто их убивает в городе этим иезуитским способом, чтобы... Ладно, не буду желать ничего.